1 ноября – День судебных приставов. Их статус в нашей стране был введен 158 лет назад, 1 ноября 1865 года, в правление императора Александра II. В наше время с принятия законов о судебных приставах и об исполнительном производстве в 1997 году началось возрождение службы. Сам же праздник был установлен указом президента осенью 2009 года. В задачи службы судебных приставов входит поддержание порядка в ходе заседания суда и контроль за исполнением судебных решений. С профессиональным праздником сотрудникам Щелковского отдела Главного управления Федеральной службы судебных приставов пришли поздравить представители администрации городского округа Щелково. Без наших приставов не может быть исполнено ни одно решение. Они как крайнее звено, которое непосредственно реализует те решения, которые выносит судья. Вот, поэтому вдвойне приятно, что сегодня в такой день мы поздравляем наших уважаемых судебных приставов с тем профессиональным праздником. Желаем им крепкого здоровья, ну и взаимодействия с администрацией и с другими силовыми структурами. Профессиональный праздник лучшим из сотрудников службы были вручены грамоты и благодарственные письма от главы муниципалитета.